Сейчас убытки от пандемии оцениваются в 5 миллиардов долларов, и это только в Америке. Какие же картины пришлось отменить или перенести? Прямо сейчас афиши ТВК, все узнаете. Новая кинолента о Джеймсе Бонде стала одной из самых ожидаемых этого года. Но именно ее и отложили на полгода из-за коронавируса. Авторы 007 «Не время умирать» одними из первых объявили о переносе премьеры с апреля на осень 2020 года. В то же время «Форсаж 9» решили вообще презентовать через год. На официальной фейсбук-страничке кино сказано о том, что долгожданная крутейшая премьера состоится в апреле 2021 года. Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше. Впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной, говорится в заявлении. Держись. Ты же не собираешься сделать то, о чем я думаю. Моста здесь нет! Офигеть! Немалые убытки прогнозируют и студии Disney, ведь фильм «Мулан» выйдет с огромным опозданием в Китае. На какую дату, эксперты пока не объявили. Интересно, что задолго до премьеры они отмечали, что это большой фиаско компании, у которой будут миллионы убытки от пандемии. Когда станет известно, кто ты, участь твоя будет печальной. Отменили премьерные показы фильма ужасов «Тихое место 2». Презентация картины должна была состояться еще 20 марта этого года. Ну а теперь сроки, как всегда, неизвестны. Одна из вещей, которыми я горжусь больше всего, это мысль, что наш фильм именно то, что вы должны увидеть все вместе. Однако из-за меняющихся обстоятельств в мире совершенно очевидно, что сейчас не время, отметил режиссер Джон Красинский. Вот что я скажу. Эти люди недостойны спасения. Перенесена и премьера сериала «Фарго», которая должна была состояться еще 19 апреля. И это, безусловно, повлияет на репутацию и в целом на рейтинги проекта. Потому как создатели хотели войти в список номинантов на «Эмми». Но если они не предоставят проект в мае этого года, то на статуэтку они могут не рассчитывать. Посмотрите сами кусочек нового сезона. Мужчины строят из себя Хамфри Богартов. Ужасов в этом мире и так достаточно, поэтому премьеру, самую, наверное, ожидаемую премьеру года в фильмах ужасов «Пила 9» перенесли. Также были перенесены фильмы «До гражданской войны» и «Беги». А вот одна из самых-самых долгожданных и ожидаемых кинолент года «Черная вдова» также выйдет в прокат с опозданием. Первые показы были запланированы на апрель 30 число. Когда же фильм «Марвел» выйдет на большой экран, пока тоже неизвестно. А пока насладимся кусочками игры Скарлетт Йоханссон. В лес таки. Семья. Мы снова вместе. Ты растолстел. Продолжение темы «Супердам». «Чудо-женщина 2» перенесена. Новая дата была запланирована на июнь этого года. Но представители компании Warner Brothers предложили перенести суперпремьеру на август этого года. Поживем, как говорится, увидим. А пока ситуацию прокомментировала актриса Галь Гадот, которая сыграла супергероиню комикса DC. По ее словам, фильм должен выйти на большой экран, поэтому она ждет, когда после пандемии сможет показать новинку кино. На этом пока все. Это была афиша ТВК. Увидимся, как всегда, на следующей неделе, в четверг и в пятницу. Всем удачи и до встречи!